17 ноября свой праздник отметят люди непростой, но очень нужной обществу профессии. Укрепление правопорядка, защита прав и интересов, жизни и достоинства граждан, профилактика преступлений и правонарушений, а также их раскрытие. Это не полный список задач, с которым ежедневно справляются эти самоотверженные стражи порядка, участковые инспекторы. За практически вековую историю существования этого сложного, но не менее почетного ремесла оно претерпело значительные перемены. Однако и по сей день эти правоохранители служат закону, народу, отечеству. Сегодня мы празднуем столетний юбилей со дня образования службы участковых инспекторов милиции. Участковый инспектор милиции – это первый милиционер, с которым сталкивается любой гражданин, любой житель нашей страны. Участковый инспектор милиции – это именно тот человек, который всегда готов прийти на помощь. В любое время суток, в любую пору года – независимо от того, какой это день – будний, выходной или праздничный. Участковые инспектора милиции несут службу в селах нашей страны, в городах. Их основная задача – это помощь населению в решении их насущных проблем. Начиная просто от наведения порядка и продолжая, конечно же, помощи пожилым, престарелым, и работа в том числе и с несовершеннолетними нашими гражданами. 100 лет со дня образования службы участковых инспекторов накануне отметили в Брестском областном общественно-культурном центре. В торжественный день собрались лучшие сотрудники из всех уголков Брестской области. Со сцены в адрес тех, кто трудится день и ночь, охраняя общественный порядок, звучали слова благодарности и признательности за нелегкую работу и преданность выбранному делу. Сегодня об этом неоднократно говорили гости мероприятия. Можно с уверенностью сказать, участковые инспекторы – авангард милиции, работающий самый что ни на есть передовой. Участковая, так скажем, служба милиционеров наших – это то, что, наверное, испокон веку было еще с советских времен. И это очень важно и, наверное, очень ответственно, потому что это в первую очередь работа с людьми. А где работа с людьми – это определенные вопросы, да, характер, взаимоотношения, тем более, что много вопросов затрагивает бытового характера. И здесь роль участкового в профилактической работе, в работе именно в плане безопасности, правопорядка, она очень важна. Поэтому хотелось бы, конечно, им пожелать самоотверженного труда, благополучия, чтобы они, как, знаете, мы в советское время росли на советских фильмах, да, воспитанных на патриотизме, на понимании того, что в каждом деле нужна стойкость, мудрость житейская, понимание того, что происходит, и, конечно же, во всем видеть всегда позитив. Поэтому им здоровья, терпения, удачи. Ну, а мы со своей стороны, с органами местной власти, будем стараться для того, чтобы максимально обеспечивать их комфортный быт и службу. Накануне праздника порядка 30 милиционеров были удостоены нагрудных знаков Министерства внутренних дел, почетных грамот и благодарностей. Они по праву являются лицом правоохранительных структур, сотрудниками которым можно обратиться за помощью, поддержкой и советом. Было желание с детства попробовать себя в этих силах. Попробовал, понравилось, не жалею о выбранном. Нужно вникать в проблемы людей, помогать, представлять, что они свои, пытаться находить выходы из этого. Очень горд тем, что добился таких успехов. Думаю, будем продолжать в том же духе. Это знак мотивации того, что нужно продолжать в том же духе и добиваться больших успехов. Среди тех, кто удостоен награды, старший участковый инспектор милиции УВД администрации Ленинского района города Бреста Кирилл Шпарло. Мужчина считает, что данная работа не из легких, однако со временем она затянула его. И теперь работа стала призванием. Работа действительно затянула. Я хочу сказать, то, что это не просто профессия, просто работа. Это действительно образ жизни. Ну, этому всему нужно отдавать себе полностью. Это работа, который позволяет тебе познать все проблемы общества не на поверхности, а именно изнутри. И самое интересное, что никто другой эти проблемы решать не будет, кроме тебя. Участковый – это не просто сотрудник милиции, это также и психолог, потому что приходится общаться с разным контингентом людей абсолютно. Это простые рабочие бывают, социальный элемент, простые семьи, у которых очень множество вопросов, ну, проблем накопилось, которые тебе приходится решать. И шаблонов каких-либо там ординарных ситуаций постоянных нету в этой работе. Каждая ситуация разная, люди разные.
связаны. Я очень благодарен руководству города, руководству МВД, УВД за то, что меня действительно заметили. Так сказать, ну, это не повлияло, это толчком, так сказать, действовать дальше, потому что я и без этого бы действовал дальше. Ну, я понял, что это действительно мое призвание. Случайных людей в профессии участкового инспектора не бывает. Сюда идут люди, которые должны обладать определенными качествами. В первую очередь он должен любить свою профессию. Он должен понимать, что его предназначение – это помощь людям. И он должен быть, конечно же, добрым, отзывчивым и всегда любую проблему чужую пропускать через себя для того, чтобы грамотно, эффективно и, самое главное, справедливо решить проблему человека. И именно этими качествами и обладают участковые инспекторы Брестской области.